Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится SCP-скульптура! Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием Roblox! Сегодня мы поиграем вместе с вами в режим, связанный с SCP. Мы будем играть либо за D-класс, либо за ученых, либо за охранников, и, возможно, поиграем за SCP. Тут все рандомно. Рандомно распределяются роли, и уже в зависимости от нашей роли мы должны играть. Если мы D-шки, мы должны выжить определенное количество времени, и тогда как бы мы победим. Если мы SCP, мы должны уничтожить всех, и после этого мы также победим. Так что режим довольно интересный. Сейчас вот осталось подождать начало, буквально минута, раунд только что закончился, и в принципе можно будет начинать. Я не знаю, за кого мы будем, ребят, играть, но пока мы ждем, пока мы начинаем, поставьте лайк, те, кто не успели поставить за 3 секунды, и как только вы поставите лайкосик, ребят, я говорю вам всем огромное спасибо заранее. Лайки — это мотиватор, лайки заставляют ребят делать лучше, качественнее и больше. Ну что ж, давайте подождем 30 секунд и уже очутимся в SCP-лаборатории. Итак, ребят, мы начинаем. И, кстати, мы играем, получается, за ученых. И что мы должны, ребят, делать? Не совсем понятно. Ладно, давайте скин возьмем. Дают нам скины. Блин, можно купить, конечно, за поинты всякие пушки, но у меня нет поинтов. И, в принципе, если мы готовы, мы начинаем. Все, у нас... Ага, у нас есть пушка, ребят. Классно, у нас есть пушка, у нас есть карточка. 5 уровня, мы с вами вообще классно. Если честно, я думал, ребят, что мы будем играть за дэшек. Я думал, что мы будем выживать против SCP, но мы играем за гвардов, да, как их там, ребят, называют, правильно, напишите в комментах. И наша задача отстреливать SCP и, наверное, отстреливать дэшек, возможно. Убивать всех, чтобы никто не выбрался, чтобы никто не выжил. Не особо я, ребят, разобрался в правилах, если честно, напишите в комментариях, как, да чё, именно, каким образом. Давайте подбежим к лифту, где-то там должен быть лифт. По идее. Если я правильно бегу. Ладно, давайте посмотрим, ребят. Надо спуститься как-то вниз, ну, попасть внутрь лаборатории, чтобы там всех бить, чтобы там всех убивать. Что это такое? А, это все, вот, да, ребят, типа лифт, короче, все правильно, только он не прогрузился. Вот, мы спустились, ребят, как раз-таки гейт А, куда я, в принципе, и хотел. Ну и бегаем с пацанами, давайте рядом побегаем, посмотрим. Самое главное, чтобы нас никакая СП-шка не схавала, ребят. Это будет очень опасно. Но у нас есть пушка. Если что, мы отстреливаемся. Вон, у нас есть, получается, вон 600 секунд с плюсом, да, осталось до конца раунда. Мы должны с вами наделать делов. Так, аккуратно, Теслу перепрыгнул. Нормально, там никого не убило это Тесла. А то, знаете, ворота эти опасные. Так, открываем дверь. Пацаны, чё вы тут? Погнали, погнали. Компьютерный класс, уроки тут кто-то учит, нет? Боже, ребят, пробегаем такое ощущение по одним и тем же местам, но окей, ничего страшного. Самое главное, ребята, СП-шки, где они? Где они? Я хочу сразиться. Эу, все, поехали. О-хо-хо, попадаем, ребят, мы вот такие трубы, и я думаю, что скоро мы встретим какую-нибудь СП-шку, тем более мы заходим в отсек. О-о-о, понятно, все понятно, только не выпускайте СП, пацаны, не надо. Так, ну ладно, тут за SCP-шек все равно играют вот люди. Ха, опасные, вон их там получается всего 4 SCP, ребят, у нас. А, не, 5 SCP-шек бегает. Так, погнали с пацаном, ребят. Аккуратненько. Огромная карта просто, и все так находится далеко друг от друга, что пока встретишь кого-нибудь, ребят, уже полраунда пройдет, знаете. Так, погнали. Я просто не знаю, куда мы бежим. Вот я бегу с этим пацаном, я ему доверяю. Мы рассредоточились, если вы помните, в начале у нас была гигантская компания, ребят. Из этой компании осталось... А, во, отлично, настроя. Все нормально. Так, кто у нас тут? CP-008. Но нам, в принципе, это не особо интересно. Боже, наверное, все бегут вверх, а мы бежим куда-то вглубь вообще. Я не знаю, куда мы забегаем. Что мы тут вообще, ребят, делаем? Куда мы бежим? Зачем это все? Опа-на, а вон и дэшки первые. Прум-прум-прум-прум-пум, дэшки-дэшки. Убиваем, ребят, дэшек, я не знаю. Ну, будем убивать, почему бы и нет. Так, а куда? А, все, одного я убил, одного убил этот пацанчик. В принципе, все понятно. Дэшкам, ребят, не жить. Так как Овер будет убивать всех вообще, кого видит. Наверное, это неправильно, ребят. Ну, ладно, у меня есть пушка, я буду убивать всех, кроме своих. Так, ну, пожалуйста.
Чё с дверью? Боже, а, я дурак. Я всегда подходил к карточке, а надо было просто тыкать, ребят. Все понятно. А нет, сначала надо карточкой провести, а потом открыть, походу. Боже, куда я забегаю? Я остался один. Меня бросили абсолютно все. Кто мне поможет? Как мне выбраться? О, вот тут кто-то был уже. О, либо я хожу кругами. Так, вон и SCP-шки, ребят. 939 и чум... Ай, чумной доктор. На, получайте SCP. Перезарядка. Что? Что? Оу, вы видели, меня кто-то сзади убил, ребят. Кто-то ко мне подошел сзади. Ну-ка, можно посмотреть как-то? Кто ко мне подошел? Так, как последить за SCP? Либо меня убила Дэшка, ребят. Либо действительно меня убил... А, возможно, вот он меня убил, нет? А, вот, меня убил, короче, старик. Все понятно. Вот он как раз. Он третий ходил с ними. С чумным доктором и с 939. Со множеством голосов. И вот они меня убили. Ну, короче, первый раунд, ребят, вот такой. Я убил одну Дэшку, пострелял по SCP и сдох. Ну, сыграем следующий. Короче, ребят, следил сейчас за игроками и понял лайфхак. Вот этот парень показал самый настоящий лайфхак. Чтобы зарабатывать очки, чтобы никто не убил, можно просто стоять в какой-нибудь комнате, одинокой, да, где-нибудь закрыться, спрятаться в лаборатории, и все. Ни SCP не найдут, ни охранники не найдут, и просто на халяву можно зарабатывать очки. Но, как по мне, ребят, это не совсем интересно. Ладно, еще осталось 160 секунд мне ждать до следующего раунда, поэтому давайте я быстренько подожду и уже продолжу. Так, ребят, все, мы хаос какие-то инсургенты, мы играем за хаоситов, похоже, ребят. А, нам нужно спасать Дэшек, по-моему, хаоситы, они наоборот такие, знаете, против лаборатории созданы, да, ребят? Напишите в комментах, правильно я понял суть хаоситов, вот за тех, кого мы играем, возможно, правильно. Также, друзья, хотелось бы попросить, чтобы вы написали все-таки в комментариях, какого SCP-шку вы больше всего боитесь? Какой SCP вам больше всего нравится? И самый милый SCP, на ваш взгляд? Ну а мы сейчас будем штурмовать лабораторию SCP. Мы сейчас будем врываться, будем стреляться, будем убивать, будем сражаться. И, надеюсь, ребят, будет эпично. Ладно, у нас есть пистолет даже с глушителем. Эмочка такая. Ну все, погнали, ребят. Короче, все уже запрыгивают внутрь и погнали. Где лифт вообще? Что с лифтами в этом режиме? Это вообще угар. О, а, это не лифт, боже. Ну, это типа лифт, но наверх, на башню, да? А куда нам? Вон, по идее, дверь прямо, ребят, нам, да? Да, скорее всего, сюда. Забегаем. Так, карточку прикладываем и погнали. И побежали. Какими-то обходными путями мы бежим, на самом деле. Боже, сколько тут всего, ребят. Какая огромная вообще локация. Вон, гейт Б, все, забегаем, короче, в гейт Б. Вот так, со стороны. Ну-ка, как это... А, больше одолеть нельзя. Я думал, знаете, можно одолеть, посмотреть на размеры карты, но она просто невероятно гигантская. Ладно, погнали, сейчас забежим. Опять этот белый лифт. Оп, и все. И мы уже внутри. Главное держаться, короче, вместе. Чтобы вот было больше шансов на победу, да, чтобы затащить, короче, вот кто держится вместе, те всегда и выигрывают, скорее всего, в данных режимах. Ну или как тот типок, ребят, стоять в отдельной комнате, знаете... Никуда не бегать, но мне кажется, это неинтересно. Просто стоять в одном месте, ну и простоишь, ну получишь ты поинты. Ну и как это вообще? Это даже не поиграло, просто постоял, знаете. И все, это скучно. Ладно, мы бежим, открываем. У нас тут девчонка, нас кто-то ведет. Эй, алло, нажмите. Все, погнали. Вот мы втроем. Наша просто банда. Тройка, вон, четвертый. Давай с нами, братан. Тоже у него синие волосы, как у меня. Классно. Братан, дай пятюньку мне. Погнали, ребят, все. Так, по кому-то уже они там стреляют? Не по кому, да, просто так, короче. Напугали меня, взяли, напугали, начали стрелять. И просто в никуда. Так, мистер Овер открывает двери, мистер Овер бежит первый. Все за мной, команда. А, смотрите, а ей пофиг, ребят. Ладно, тогда уж я за ней побегу, если она за мной не хочет. Главное, все держимся вместе. Главное, не разбегаемся. Так-так-так, по темным коридорам лаборатории SCP. О, еще один пацанчик. Ой. А, все, вот мы и встретились. Вся наша бравая команда. Все наши хауситы. Так. И тут Тесла. Перепрыгнул. Пацаны, проходим. Аккуратно. Девчонка, ручку подать. Хорошо. Сама пробежала, ребят. Молодчина какая. Открываем. Пробегаем дальше.
Блин, у меня такое подозрение, ребят, что сейчас мы просто, открывая очередную дверь, просто наткнемся либо на SCP, либо на охранников, и будет заруба жесткая. Мы же вроде как враждуем, да, с охранниками? Ну, по-моему, да, ребят. Чё-то я подзабыл уже все. Надо бы почитать, ребят, надо бы повспоминать. Так, а там дверь не открыли, да? Опа, еще один наш пацанчик, все нормально, во... Мы вернулись, откуда вообще убегали, серьезно? Мы пришли, ребят, в то же самое место. Боже, а как запрыгнуть, там вон есть дверь? Эй, ребят, давайте пролезем туда. Блин, никак не пролезть, боже. Ну ладно, придется возвращаться, ребят, опять в эту лабораторию. Так, если двери вообще будут открываться. О, тем временем остается не так много времени. О, тем временем не так много времени. И мы как бы можем и поинты, ребят, получить, но... Я никого даже не встретил еще. Боже, я просто уже бегаю в разные стороны, туда-сюда, в надежде встретить хоть кого-нибудь на этой гигантской карте. Блин, этого пацана я уже видел миллион раз. Так, ребят, вот это я понимаю, вот здесь можно уже встретить SCP, правда? А, нас трое, все, я хотел сказать, что нас осталось двое, или я там один, но нет. Нас все нормально, много. Мы пробегаем... Опа-на! Опа-чё! Па-п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 а
Боже, минус один наш! Нифига, нет, минус два! Один охранник положил наших двоих. Открываем дверь, берем пушку и стреляем по нему. Я убил его, хорошо, вместе с этим пацаном. Во, ребят, как я и говорил, надо было просто найти это место. И все, здесь основная заруба происходит. Но слушайте, мы уничтожили уже работников лаборатории. Все, я был прав, ребят, мы против докторов. Против гвардов вот этих, и мы спасаем Дэшек, по идее. Дэшки наши, как бы, типа, союзники вроде как, ребят, да? По-моему, да. Ладно, там еще одного мы убили. Во, у нас все шансы. Смотрите, осталось 70 секунд, и, возможно, мы выживем. Это будет победа, самая настоящая, ребят. Сюда бегу, вообще ничего не боюсь. Блин, минуты, ребят, до победы. Просто минута. Освобождаем лабораторию СП ото всех просто. Оп, открыл. Опа-опа, никого не заметил. Оп, открыл. Опа-опа, никого не заметил. Продвигаемся дальше. Смотрим. Еще открываем. 40 секунд, ребят. Ну, 45, ладно. Оп, никого. Блин, как опасно мы сейчас действуем. Просто капец. Так, у нас карточка, кстати, подходит. Ну, она у нас старше. Она у нас 5-го. Че, мы открыть не можем? Во, сервер-рум. Забегаем сюда. Так, а тут еще карточка, ребят. А, она такая же, да? В принципе, она нам и не нужна. Такого же уровня, 5-го. У нас уже сразу такая карточка была, так что спасибо. 19 секунд, ребят, остается до нашей победы с вами. То есть, в принципе, если мы сейчас все четко сделаем, то мы победим. Пацаны, вы куда? Не бойтесь, не бойтесь, пойдем сражаться. 6 секунд. Всего лишь 6 секунд осталось. И сколько у нас там? Все, ребят. Либо, ребят, кончился раунд, либо я зашел туда, куда не надо было заходить. В общем, напишите в комментариях, что случилось, ребят, со мной, почему это произошло. Ну, по-моему, просто кончилось время. В общем, друзья, наверное, я не выполнил задачу за Хаосита, которая нужна была мне поставлена, да, которую надо было выполнить. Ну, в принципе, мы сегодня поиграли и за тех, и за тех. Если хотите, чтобы поиграл я за Дэшек, за SCP, то обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну и, конечно, пишите, записывать ли мне продолжение или нет. Ну, а на этом у меня все. Также пишите просто идеи в комментариях. Не забывайте оставлять просто положительные комментарии, ставьте большой палец вверх, нажимайте на колокольчик и, конечно, подписывайтесь на канал. Ну а на этом у меня все. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела, ребята. Я желаю всем всего-всего самого наилучшего, всем удачи и пока-пока!